Так, я уже прям реально весь перенервничался сегодня. Еле да я добрался до этого дома, потому что это был кошмар, это просто ужас. Прежде чем приступить и выявить, что в этом доме находится, говорят, что призраки, ну, в принципе, все это показывают. Мы сейчас будем как бы стараться связаться с ними, узнать их историю, вообще смогут ли они что-то нам донести. Вот я нахожусь здесь уже приблизительно часа два. Пока за это время ничего особенного не происходило. Я подумал, что лучше. Я два часа просто посижу и посмотрю, понаблюдаю за тем, что, может быть, естественно, в доме что-то происходит. Но как бы никаких звуков не было. И думаю, вот сейчас я уже подключил камеры. Одну. Вот эту. И которая там. Это будем использовать чуть позже, потому что, когда будем общаться, если вообще мы будем общаться. Я взял вот такую вещицу. Это поющая тибетская чаша. Говорят, что она служит аналогом свистку. Но я ей ни разу не пользовался. Сейчас мы проверим ее действие. И я уже зажег свечи и думаю, время начинать. Если здесь кто-нибудь есть, прояви себя. Если здесь кто-нибудь есть, прояви себя. Попался. Так. Есть, ребята. Контакт наложен. Контакт налажен. Черт. Черт. Неожиданно было сейчас. Давайте-ка тут свечи подожгем. Так, значит. Можешь еще что-нибудь сделать? Можешь еще что-нибудь сделать? Откуда треск, не пойму, идет? Нужен нерабочий. Не пойму, треск какой-то идет отсюда. Так, ладно. Камеру включить.
приступаем к спиритическому сеансу, к эксперименту, о котором я уже вам говорил. Самое важное – держать руку очень ровно и неподвижно. Так. Хозяин этого дома, ты здесь? Это ты делаешь? Это ты? Хозяин этого дома. Ты здесь? Это ты делаешь? Твою мать. А ты хочешь пообщаться со мной? Нет. Прощай. Со мной? Нет. Прощай. Ходуном ходит. Жесть. Просто жесть. Блин, она ходуном ходит. Жесть. Просто жесть. Хозяин этого дома, ты не причинишь мне вреда? Хочешь причинить мне вред? Хозяин этого дома, ты не причинишь мне вреда? Хочешь причинить мне вред? Похоже на да. Твою мать. Это ты хозяин этого дома? Жесть. Просто жесть. Стоп, 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 стоп. Это что сейчас было? Просто жесть. Стоп, 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 стоп. Это что сейчас было? Это что за жесть? Твою мать. Тихо-тихо-тихо, что это? Это твои ботинки? Холодильник открыт.
Нет, пусть он активничает. Давайте продолжим. Надо продолжать общение. Я с ним просто не попрощался, может быть, из-за этого. Хозяин этого дома. Прощай. Просто охренеть. Ёпта. Ощущение, что кто-то дверь просто-напросто держал. Может, местные кто-то еще тут. И самое интересное то, что все иконы на улице почему-то из дома вынесли. Давайте продолжим общение с ним. Я думаю, сейчас мы продолжим с ним выходить на контакт. Давайте все-таки попробуем узнать побольше. Тишина. Так, я думаю, сейчас я еще раз попробую с ним связаться. Постоянно что-то прерывает сеанс, как будто мешает мне поговорить просто, ну, серьезно. Ты хозяин этого дома? Теперь да. Ты хочешь пообщаться со мной? Прощай. Прощай, говорит мне. Нет? Хочешь пообщаться со мной? Прощай. Прощай, говорит мне. Нет? Я могу тебе чем-нибудь помочь?
Короче, нам нужно дом посмотреть. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Так, короче, нам нужно дома смотреть. Я думаю, дело в этом. Так, прощай, все. Давайте дома смотрим. Возможно, бывает такое, что некоторые души застревают здесь из-за вещей, предметов каких-то. Давайте просто посмотрим на вещи, которые будут странны в этом помещении вообще в целом. Сейчас уже все затихло. Пока у нас есть время, можно поискать что-то и найти, возможно. Нет ничего здесь. Иконы все вынесли. Значит, что-то тут не так. Так, ну, будь я каким-нибудь человеком, который чего-нибудь прятал, я бы, наверное, тоже точно не делал это в доме. Капкан. Тут у нас что? Так. Ну-ка. А это что у нас такое? Вот и оно. Вот и оно. То, что мы искали. Это то, что мы искали, ребята. Что мы искали. Так, сейчас мы проведем один ритуал с этим зеркалом. И если дело... Так, сейчас я проведу один ритуал с этим зеркалом. И если дело в этом зеркале, то если у меня все получится, я, возможно, смогу помочь этому духу, призраку, который здесь заперт. Сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. И, в принципе, я думаю, что на этом... Надо будет закончить, если получится. Я немного волнуюсь. Последний раз, когда я это делал, несколько раз зеркало взрывалось. Ну вот буквально, то есть трескалось, взорвалось.
Но в моих выпусках этого нет. Потому что я первый раз я вам сейчас покажу, если даже это произойдет. Поэтому нужно отсесть чуть дальше. Возможно, может просто попасть в глаза. Это будет болезненно. Так. Я сейчас прочитаю один ритуал. Вы его слышать не будете, потому что это опасно. Я даже прикрою вот так. Если хочешь уйти, можешь выйти из этого зеркала. Если хочешь уйти, можешь выйти из этого зеркала. Об этом я и говорил. Теперь самое сложное, нужно убрать это все и никогда, никогда не смотреть в осколки, иначе это может очень, очень грустно и плохо закончиться. Причем, если обратить внимание на стекла, которые здесь. Если обратить внимание на стекла здесь, заметьте, они все запотели. И это неспроста. То есть, ну вот, меня не видно. Так, друзья, скорее всего, это все. Я уверен, что всегда вот эта штука срабатывала, и после вот этого больше уже ничего не происходило. Я, конечно, посижу здесь на всякий случай еще пару часов, посмотрим. Так, радио чисто, чтобы убедиться, что я прав. Если что-то будет, я подключусь. Как бы, то есть оставлю камеры включенными. Если что-то будет, я это вставлю. Если нет, то я потому что практически уверен, что это конец.